Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Like of Game и добро пожаловать на начало прохождения My Time Portent. Портент, да? Портент. Игра долгострой реально, потому что в свое время я играл без записи эту игру то ли полтора месяца, то ли два месяца. И так ее, короче, не прошел. И потом такой, ну как я проходил, такой, блин, подожди, зачем я прохожу? Можно же ее пройти на канал. Кстати, у меня стимовская версия, зашел в Steam, а она уже все недоступна в Steam. Поэтому это, можно сказать, а что DLC? Тут, кстати, DLC есть. А что, у меня пакет с купальным игроком? А, тут наряды всякие, да? Только, видите, одно DLC, получается, у меня куплено. А, ну ладно. А это что такое, модненький? Горди, о, открывается браузер. Тут еще DLC можно какой-то приобрести, я так понял, только открылся у меня в браузере. Вот, я правда не знаю, DLC доступно у нас в регионе. Вот, ну будем основную часть проходить. Так, дайте я, наверное, настройки вам покажу, что у нас тут. Фантастически, все отлично. И музыку мы, наверное, с вами убавим, чтобы она не мешала нам рассказывать, обсуждать. Ну что, создание персонажа? Что тут пол? Он что-то не меняется, ничего. А, тут вон. Девчонку-мальчишку можно выбрать. Ну, мы же мальчишка. I think I'll go talk with... This house is so warm. Да, и оставим при этом снимарку. I need to fix it, or I won't be getting a good night's sleep. Значит, а, мы тут вон, рандомно можем. Господи. Что это? Нет. Какие они тут все страшные. Блин, давайте вот эту парнишку оставим. Чё, а чё цвет волос? Уж нормальный нету? Вот, в принципе. Так, лицо какое-нибудь другое. Во, в принципе, тоже нормальное. Я не знаю, что это украшение. Уша, а давай, что у нас? Бородка. Так, а чё, он нормальный цвет? Во. Так, а есть какой-нибудь такая щетина? Нет, 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 нет. А, вот тут длина есть. Вот так. Ху-ху-ху. Ну, такое себе. Щетины нет будет у нас такой молодой Марка. Пускай Марк и останется. Принять. Выберите день рождения. 27-го, правда, у меня марта. И тут я не знаю какого. Просто день рождения. Ну давайте 27-го сделаем. Да, напоминаю, играем мы на стимовской версии, не пиратка, не Epic Game. Я знаю, что в Epic ее бесплатно раздавали. Ruin diving. Something like that. We get someone like you once in a while. Always seeking that adventure. Good to be young. Well, good luck to you. Thanks. Замечательно. И вот я в свое время играл, тоже играл и, в принципе, забросил потом играть. Потому что она писец какая долгая игра. И я думал, блин, лучше, да, на канал это запишу. И прошло его 3 года, наверное, с того момента, как я последний раз играл. Марко. Пресли, how do you do? Пресли, здравствуйте. Ah, рад видеть вас again. Тебе сном. Надеюсь, что ощущение было приятным. Ты видите зеленого и Мзгорья. Это довольно далеко. Да. Anyway, I'm here to show you your workshop. So if you would please follow, I wonder what it's like. Интересно, что она похожа. I didn't get to know my pa too well. Остается для меня загадкой. No one's been working there since your pa left Porsche so many years ago. He was a good friend. Мастерскую никто не работал. Он был хорошим другом. Так, W, автобект, что?
Подожди, тут были подсказки. Автобег, прыжок, используя выносливости. А, смотрите. Прикольно. И поэтому, я не знаю, на игру, наверное, на полгода мы растянем. Ну как, по одному ролику в день. И не знаю, насколько будет ролик у нас. По полчаса, по часу будет уходить. Но сначала он короткий, как бы будет не прилетать. А потом все больше и больше. Там и по часу, и по полтора у меня были дни. He asked me to present it to you when you've seen this house. Тебе когда придет сюда, хорошо? Так, Марко, когда ты читаешь эти строки, я уже далеко-далеко и в другой части света. Прости меня, посечь, что я не смог быть таким отцом, каким тебе хотелось бы меня видеть. Все случилось так неожиданно, что не было времени даже предупредить тебя или кто-то позаботиться о тебе. И тогда я подумал об этой мастерской. Может, это самая малость, но мастерскую защищать тебе от ветра не даст промокнуть. Так, когда идет дождь, я оставлю тебе записную книжку с заметками, как работать в мастерской. Замечательно. Все остальные зависят от тебя, усердно работай и живи полной жизнью. Всегда будешь моей гордостью и рад твой папа. Ага, первый день, первый месяц, первый год. Here's the workshop handbook of your paws. Take your time. Come to the Porsche Commerce Guild tomorrow. It's located around Peach Plaza. Can't miss it. As much as I'd like to give you a builder license right away, you need to prove your worth for a couple of tests. Got it. Tomorrow. Anyway, I'll leave you. Bye, Presley. Thanks for your help. Хорошо. Я так думаю, записывать по одному дню. День типа проработает. Так. Что это такое? Починить подвал. 20 деревьев. А у меня нет, да? Нет, походу. Прыжок. Выход. Да, все заново с вами будем изучать, в принципе. Мерцающие, нажмите Е, обычный ресурс, который может собирать членов ТСКИ, чтобы увидеть подсказку, задание. Что это за кнопка? Цель задания отмечена звездочкой на карте. Так, от натап. И на тап у нас ничего нету. Создать. Здорово, кто ты? Шпион Империи? Да, чего? Ты же меня на корабле перевез. Говорить. Как тебе удалось меня найти? Знаешь, я всегда стараюсь быть на чеку. Ладно, уйти. КНБ? Что это за КНБ? Что такое КНБ, значит? Детали. Здравствуй, новый подписчик. Это газета Party Times. Благодаря финансовой поддержке и городской власти и местного филиала торговой гильдии мы пишем новости для вас бесплатно. Наша газета выходит в первый день каждого месяца. Если будут какие-нибудь вопросы... В вашем офисе. Хорошо. Партия Таймс. Ага. Так, а это что? Дорогой игрок. Огромное спасибо, что приобрели нашу игру. Мы дарим вам летний купальный костюм, DLC, купальник для игрока. Надеюсь, все хорошо провели. Оставить. Ага. Все. Так, это что такое? Нет ресурса. Так, а это что? Сундучок какой-то. Перчатки. Ага. Так, еще, а чё, как одеть их? Я их чё выкинул? На R нажал, чё куда делся? О, смотрите, вот тут можно что-то подобрать. Добрать. Так, а как у нас инвентарь или что, как открыть это? А, вот она. Шляпа. Замечательно. Так, это инвентарь, я так понял. Что это как какие-то... Так, а куда это? Так, а где штаны сменить? Как-то мне не нравится шорт. Они чересчур короткие. Чересчур короткие. Так. Это ресурсы, я так понял. Угу.
Так, не надо зажимать, да? Я зажимаю, блин. Так, Ли, ты Хитман Ли или что это? And you are? О, ты, наверное, новенький мастер, который мне рассказывал отношения с церкви. Я там познакомлюсь с тобой. Хорошо. А мне не к тебе, я так понял, да? Мне... Туда? Тихо. Ты что, сразу дерешься? Марк, приятно тебя видеть. Как новоселье? Все хорошо, хорошо, могло быть и лучше. Great. Великолепно. Let me introduce you to the Commerce Guild, where the organization that orchestrates trade across the entire Free Cities region. This is the Portia branch. We are pretty busy throughout the year. Now then, let me give you your builder test. This is pretty easy. Make an axe and pickaxe and bring them to me. You need to have wood and stones to make these. You can gather them on your own or buy them from the Total Tool. After you have the raw materials, you need to craft the items on a work table. I saw your pars, old one, in your yard, so check and see if that still works. Старый верстак твоего папа. Смотри, можно его еще использовать. Замечательно. Так, а это что у нас? Мне нужно 10 деревянных корзин. 5 дней. Ага. 5 дней. Мне нужно 2 медные плиты. Так, компании нужно найти большое количество материалов. Причем прямо сейчас. Так, 6 деревянных досок. Нам нужно. Спасибо, хорошего дня. Давайте, наверное, все. Только зарегистрированный пользователь может получить гильдии. Ага. А, да еще тут регистрироваться надо. Так, пойдем, создадим. Так, это что это у нас такое? О, мы тут еще купить можем. 25 чего-то. Пока вообще сейчас ничего не понятно. Что да как. Hi there. I все хочу на левую кнопку мыши этот. Поговорить, взаимодействовать. Привет, я знаю, кто-то меня зовут Антон. Кажется, мы будем часто... Что у него тут блестит? Часто видится, хи-хи-хи. Ага, все, у тебя больше ничего нет, да? Так, а книжки что? Чем заниматься в городе? Так, это понятно. Это мы все сами. Научимся. Так, бежим мы теперь, получается. Это что это такое? Ага, тут покупать можно, да? Только пока вообще непонятно, где у меня деньги. 3000, а вот, не, подожди, 3000 это их, видите, за что-то какие-то диски, шмиски. Так, пойдем. Топор и кирку нужно мне создать. Так, простой топор. Ага, дерево и кирку. Все понятно. Так, давайте ищем деревяшки. Нам, по идее, 13 штук, да, нам надо. Все соберем. Я, кстати, знаю, что в эту игру уже вот каждый просто поиграл в эту игру, уже, наверное, прошел эту игру в свое время, а я вот только в 2022 к концу года уже почти можно считать, сказать, что начал проходить ее. Камень. Потому что реально, у меня вот которые игры в Steam есть, которые куплены когда-то в очереди, лежат уже по несколько лет. И есть некоторые игры, даже которые 5 лет я купил и еще не запускал ни разу, потому что ждут своей очереди. Вот вы представляете. Так, тут вообще деревяшек нету. А, ну вот топор как раз, вот эти деревья, да, срубать, я так понял. Какие-то женщины там пляшут. О, нифига себе, кувырок, смотрите, сколько энергии у нас отбирается. Так, замечательно.
Это что там? Это животные, смотрите, да? Ух ты, прикольно. И то, что я играл 2-3 года тому назад, и, в принципе, это мне как бы ничего и не дает, потому что я все забыл. И для меня, считай, я как в первый раз прохожу игру. Поэтому никаких плюсов даже нет в этом, что это я когда-то играл. Ну, у меня есть какие-то отголоски там памяти, что-то там я делал. А вот так в основном, в принципе, я дуг-дуг-дубом. Так, это что это, кто такие? Поэтому, если есть какие подсказки, советы, ребят, обязательно пишите. В принципе, мне очень пригодятся. А, ну все. Вот соберем. Так, тут что это, такой недостаточный материал. Салатук. Приманку. А, это ловушка какая-то, посмотрите. Так, ну, замечательно. Я немножко просто прыжок под себя сделал, на контрол назначил, так попроще будет. Так, создать кирку и топорик, да? Топорик точно создать. Принять. А, да, и кирку, в принципе. И кирка. А на что на кирка? А, у нас один камень не хватает. Сейчас. Теперь, кстати, мы можем рубить. Замечательно. Так, камень, камень. Я даже, кстати, не посмотрел, что камней у меня недостаточно. Так, какая-то травка все валяется. А камушки я что-то не вижу, что это такое. Помет, о господи ты мой. Зачем я помет взял? Эти маленькие мои. Здравствуйте. Наверное, выкинуть надо, да, как-то? Проэта, а ты камень не видела тут? Нет, походу не видела. Так, давайте я, наверное, камешек найду, чтобы не терять время. Кстати, камушки, вот они. Да? Во, замечательно. Так, и кирочку, да? Создать. Замечательно. Так, испытание мастера. Давайте сходим к мастеру. Правда, уже время-то 6 часов. У них скольки тут? Со свинка, вот он. Постой! Отлично, конечно, превосходно сработало. Может оставить их себе? Ну, я просто хотел посмотреть, что ты умеешь. А в качестве второго испытания тебе нужно сделать каменную печь. Это будет уже сложнее. Тут понадобится мощная станция, которую тоже есть у тебя во дворе. If I remember correctly, your pa kept a very detailed account of the things he made. You might want to flip through his workshop handbook and see if you can find a diagram for the stone furnace. Once you have a diagram, just use it on the assembly... Чтобы начать работу. Второе испытание мастера. Сделайте каменную печь. Ага. Каменную печь. Хорошо. Кстати, можно до 3 часов ночи вроде бы тут работать, и он как бы у нас не врубается. Записная книжка. Так, ля-ля тополя. Каменная печь, замечательно. Что нам нужно? 10 дерева? 10 камня. А это что это такое? Это табурет. Десять дерев вроде, да? Что за табурет вот это? Что это такое? Каменный табурет. Источник вестрака. Ну, давайте так, нажать создать надо, я так понял. Поместите панель нужной части, не видите курсор, силуэт, предмет, затем часть используйте консоль. Станции, чтобы посмотреть требования материала для... Ага. Так, здесь снизу, да? Нет.
Части можно установить или изъять, когда вы встанете рядом с силуэтом. Затем нажмите правую кнопку мыши или... Ну, это на джойстике, кстати, можно играть. Части будут размещены, нажмите клавишу Е, чтобы создать предмет. Дерево. А, у меня, блин, у меня одной деревяшки еще не хватает. Слушай, у меня же есть топорик. А давайте, давайте мы с вами... Так, и давай соберем. Это что? Это камень, да? Камень, мне кажется, понадобится сейчас. Так, травка зеленеет, солнышко блестит. Это мне не нужно. Там я видел, кстати, небольшие вон они деревца. Давайте мы еще попробуем порубить эти деревца. Маленькие. Ага. Еще? А, вот они не сразу просто как-то зачитываются. Так, ты еще промахиваешься, да? Так, это что? Это все камень? Слушай, а большой мы можем? Что это такое? Левел какой-то, кстати, мы. А, нужен топор побольше. Так, блин, а что там левел? Что дается нам, я так не понял. Что это? Древесный сок мы взяли какой-то, смотрите. Хм. Ну, хорошо. Требуется тубарет. Какой тубарет? Блин, тубарет еще нужно. Так, убрать. Принять. Создать. А где у нас тубарет? А, тубарет, тубарет, тубарет. А, автобус, смотрите, гриль. Так. Это не то. Каменная печь. А как тубарет создать? Где? Источник верста. А, вот я тупица. Вот же источник верста, что написано же. Так, ловушка. Вот он, каменный тубарет. 10 штук создать. Принять. Замечательно. Создать. Каменный тубарет. Так, что такое? А, мы еще должны взять его. Чтобы разместить. Замечательно. Убрать. Так. Давайте сходим к мастеру. Так. Детали. Он же здесь живет, правильно я понял? Вон он. Так, извините, женщина. Great job. You pass. This is your builder license. Now you just need to take this license over to the mayor's office and get your workshop registered. At which you can start, come back, and talk with me after you register. Хорошо. Народ сколько? Это Лю? А, Люва, я думаю, Люда какая-то. А! Походу, они после заката, да, все тусуются? Так, ну пойдемте. Так, подойди. А он где-то там. Ну-ка на карте. Приблизить можем? О, замечательно. Так. Где-то он тут в домике. Дом Гейла открыт с 8 до 9. Ах, вы паршивцы. Разбиться как мы тут. У нас КПшка есть? Да, у нас КПшка есть. Детская площадка. Так, и что, нам получается спать надо ложиться? Так, я уже заблудился. Вот фонтанчик.
Да, кстати, есть еще и вторая часть игрушки этой. Я видел, что она вышла. Ага. Сколько наше время? Нас сейчас 11:30, да? Что, давайте ложиться, наверное. Тогда спать. Все-таки я, наверное, да, по часику буду записывать, наверное, в день. Так, лицензию мы что, можем повесить или надо отнести нам именно? После возвращения предмета можно вернуть, повернуть. Все предметы можно убрать, ударив по нему топором. А также, например, удерживали клавишу. Какую клавишу? Оно и взять, да? День рождения. Спать. Холд настройки. Что это за холд настройки? Давай спать. Иди спать. Да, конечно. Я вот думаю, по часу, в принципе, записывать каждый день. И, в принципе, выдавать контент. Игрушка реально Игрушка реально очень интересная. Так, детали. Новый мастер, мы хотели напомнить, что в порте сейчас есть два мастера с руинами. Что за какие руины? Которые вы можете исследовать. Заброшенные руины номер один внизу церкви света и опасные руины разрушенных пустошей. Ради твоей безопасности остальные руины пока закрыты. Благодарим за понимание. Да. Я помню, что да, кстати, эти руины, там можно это добывать. Скажите мне, скажу я вам. Мор, привет, уйти. Дополнительные ресурсы можно добывать. Там металл, что-то такое, медь. С 8. А сейчас сколько время? 7:30. Сонька, золотая ручка. You just inherited that workshop outside of town, right? Я Соня. Что Соня? А я имя свое не помню. А я кто-то Барк или кто как нас зовут? Давайте пока эти все пособираем. Сколько 8 часов есть, пошлите. Пойдемте. Возьмем лицензию. Кстати, вот это надо установить было у себя, да, каменная печь. Чтобы не таскать с собой. Hey! Don't underestimate the difficulty of the work at the business. I keep track of every order. Ну тут ничего нет, да? Так, давайте посмотрим. Первые наши поручения. 8 уголь, пожалуйста, выполните это поручение. Так, дом нуждается в следующих 8 уголь. Ну, давайте. Подожди, а что зарегистрирован? Я же зарегистрирован. Don't underestimate the difficulty of the work at the... Или как регистрироваться мне вообще нужно? А, у мэра, подожди. Все, это же не мэр, да? А где сам мэр? У нас... А, вот, походу, мэр. Рядом. Ну, здравствуйте. Типичный, знаете, этот политик. Welcome, welcome! You must be the new Марк builder. Меня зовут. Я Гейл, мэр этого I'm города. Gail, the mayor of this town. It is... I'm here to register my workshop. Very well. What is... Воркшоп. Нет. Давайте, ну, Like of Game тогда, давай назовем. Что, фантазии-то у нас нету? Like of... Да, хочу. Так, Like of Game, Марко, первый день, к первому nice принять. Nice name. There, you're registered. Thank you. Also, we're going to have a fireside town meeting once in a while. Так, приглашение, посмотрите, иногда бывает на людях. Try to make them if you can.
You don't want me being the only one there. События мире, ну как обычно. Хорошо. И, кстати, эта вся обстановка, знаете, что напоминает? Раньше, я не знаю, мультики и сказка была такая, не знаю, на Луне у них там были тоже городок небольшой с этими персонажами. Кайка, Шминтик там всякие. И вот, в принципе, что-то наподобие это выглядит. Workshop owner. Your pop. Let me explain some of the processes for our trade. Here at the Porsche office, we post workshop commissions every... Based on the speed and quality of the results, we make a ranking of the workshops every week listed on... There are other workshops in Porsche? Oh yes, adding yours, there will be 5 workshops in our jurisdiction. Besides the ranking list, you also have a workshop rating, which is listed on your license. The higher your rating, the higher quality the commissions you can... Once you're done with your orders, you can pick up the commission fee from Antoine if it's from the guild or the respective person who commissioned you. Builders make most of their money from doing commissions through the Commerce Guild. But some just build items and sell directly to the market. That's fairly lucrative as well. Это тоже приносит доход. Anyway, since this is your first commission, I've kept one just for you. Playing favorites, are we? Higgins! You already took one today! There are never too many commissions! Good day! That's Runt! He's the owner of the current number one workshop! Brilliant businessman, but I don't like the way he does things. Well, I'm sorry. That was our last one today. Hey, Press! I've got a job for you. Or not. What is it, Arlo? We're looking to build a bridge to So the mayor finally put up the money? Well, young? Yeah, he figured that place could be a real tourist attraction. What with the haunted cave and all. Check your pa's workshop handbook to see if he has a bridge diagram in there. I remember he built a bunch. If it's there, use it at your assembly station. After you're done, also, and this is important, for a project as big as a bridge, you'll probably need to dive into the abandoned ruins to gather materials. We have one. Замечательно. Что это такое? Дом нуждается 8 уголь. Ну давайте, я правда не знаю, где уголь добывать. Пожалуйста, помогите нам поручить. Нужно 8 волочковой ткани. Блин, лучше бы я бы другой бы взял бы, вот это взял бы, да? А? Блин, одно поручение реально мы можем взять только. Осуждаю, конечно. Так, и где рейтинг? Я бы сказал, позади тебя рейтинг есть. Доска почета, но я, правда, и не вижу. Раз, два, три, что он делает? Построить мост, разместить подъем моста, разместить основу для моста. Ага. Ну и это для начала давайте мы установим вот эту штуку. Так. Камень, кирпич, уголь. 8 штук, да, нам нужно? Нет топлива. А как заправить? Подожди. Заправить как? А, вот, 20 дерева, ты шо? А шо так много, блин? А у нас 20 дерев как раз. Так, замечательно, уголь. Дерево, да, нужно? Это для одного угля дерево нужно? Я понял, так, постройте мост, да? Так, деревянный подъемный мост, деревянная основа для моста, вот что нам нужно. Крепкое дерево, источник дерева. Фу-фу-фу-фу-фу. Плавится печи, циркулярная плита. О, это ёшкин кот. Короче, ну это, ну точно мы сегодня это мы с вами не сделаем, потому что медные лезвия еще где-то нужно достать.
Так, подожди, я же правильно был разменить подъемный мост. Подъем моста, основа моста. Вот она, основа моста. И подъем моста, да, реально. Крепкое дерево, ага. Чем больше деревьев, тем одно. Так, синета, но потоля, тополя. Так, медная руда где-то нужно нам, во-первых, найти. Точно точильный камень. Где это точильный камень? Смогу найти? Медная лестница, щечка, точильный камень. А, точильный станок. Написано, да? Точильный станок. Подожди, точильный станок? А, мне, блин, чтобы одно создать, мне другое нужно создать. Вы представляете, да? Вы же понимаете, ёшкин кот. Сточник верстак. Медный слиток. 3 штуки. Так, что это? Точильный камень. Камень, так. Сколько мне нужно создать? 3 штуки же, да? Подождите. А, ну да, X3 написано. 3 штуки, значит, нам нужно создать. Так, камень, я понял. Камень, дерево. Нам, короче, камень и дерево нужно сейчас добывать. Я понял, понял вас. Так, мрамор, смотрите, мы добыли какой-то. Замечательно, вот мелкие деревья есть. Так, я же могу срубить, да, это дерево? Замечательно. Так, это я тоже могу. Ну тут уже гринд пошел, я так понял, да? Так, а у нас топоры не ломаются, интересно, с кирками? Энергия, защита. А, подождите, смотрите, у нас еще энергия тратится на срубание, видите, снизу? Ёшкин кот. Я, значит, не могу постоянно этот, сколько хочу срубать, да? Определенное количество еще. Так, слушай, а собирательство у нас тратится энергия? Кстати, да, тоже на собирательство тратится энергия. Хм. На все при том энергия тратится. Восемь штук нам нужно. А еще 8 часов это будет. Ёшкин кот. Вы представляете, не все так просто, как казалось. Здравствуйте. Ну, кто такая? Красотка. Привет, привет, я Эмили, твоя соседка, приятно видеть в городе новые лица, заходи как-нибудь на ранчо, хорошо, спасибо, счастья, здоровья. Так. Ну, собирательство куда меньше, да, энергии тратится? 1 единица, да, тратится? 2 единицы тратится. Кстати, мои веревки какие-то при том, смотрите, нашли. Коробки. Так, ну тут уже нет. Я заметил, что вот типа в нашей где-то стороне только находится. В нашей стороне, короче, находятся эти. Где можно пособирать. Так, сколько у нас? 14 часов, да? Ага. 2 часа, сейчас 3 часа уже будет. Поэтому, кстати, стоит смысл есть под конец дня полностью энергию потратить на что-нибудь, там, срубание деревьев. А-а-а. Так, не готово? Не готово. Mm-hmm.
Так. Ой, я 4 даже создал штуки. Лишние, да? Так, подожди. А, медный слиток теперь нужен мне. Так, медный слиток. Это где? Ну, медный слиток, я так понимаю, надо медь найти мне. Так, давайте это, наверное, мы как, на шифт можем перекидывать? Это что это? Это я выкинул или что? Нет, непонятно. Не, нельзя на шифт, жалко, перекидывать сюда быстренько. Растительное волокно, кстати, и потом надо как-то разместить. А, где же у нас находится тогда... Так, это ягода малина, ты ж меня кормила. Медь, медь, медь. Я просто без понятия, где медь находится. Либо она в пещере находится, в которой нужно ходить. Дайте я посмотрю. Где у нас медь находится? Медный слиток. Так, слушай, а у нас помощь. Автобег, сборка ресурсов. Не-не, слушай, а нет информации? Что это такое, NVIDIA? Информации, где у нас все хранится. Инвентарь. Персонажи. Так, добавить очки навыка. А, у нас тут очки навыка еще есть. 2 очка сорить. Ускоренный получает 5 опыта. Так, расход выносливости. Это кувырок, бег, это бои, да? Но это бои мне сейчас, мне кажется, не нужно. Мне самое нужное — промысел. Вот, да, вот это, допустим. И что это? Шансы получить двойную добычу при сборе урожая и деревьев. И вот это, я так понял, да? Переменим. Так, поручение гильдии, книжка предметов. Каменная печь, детали. Медная руда. А, заброшенные руины, вот все-таки, да, видите. Мне нужно в заброшенные руины идти, чтобы добыть это. Ну, пойдемте в заброшенные руины тогда сходим. Так, а заброшенные руины у нас по памяти, это куда-то вон они. По памяти сюда нужны. Hey there. First time ruined? Yep. Alrighty, let me explain then. All the ruins in the Alliance of Free Cities are regulated by the Civil Corps. To enter the ruins, you'll need to pay a weekly maintenance fee. When you enter, I'll give you the jetpack and scanner. Very handy ancient relics. Mine input resources becomes a lot easier when you have these equipped. When you come out, well, this one beside me is an abandoned ruin. No monsters or robots in there, just resources and relics like power stones. Anything you find in the ruins are yours to keep. Unless they're ancient. Okay, I'm done. Have fun and... Замечательно. Так, что это такое? Потратите 20 G. А у нас сколько? Подождите. А у нас с вами 20... А у нас сотка. Ага. Блин, подожди, а чё я? Какой лифт? За что двадцатку заплатил? Я за что двадцатку заплатил? За какой-то лифт? И у нас теперь ноль сейчас получается, да? Вокруг места, где хотите копать, а затем нажмите и ударите левую кнопку и выберите кирку или инструмент. А, кстати, у нас, блин, мало энергии. Нажмите кнопку F, чтобы запустить сканер.
Артефакт убежит. Артефакты будут видеть недолгий круг. Шар светит. Обнаружить артефакт. Нажмите F или чтобы закрыть сканер. Ага. Держите пробел для активации. Все понятно. Так, стой, я нет, это G нажал. Еще? Да я просто не вижу ничего. Опачки. Что-то есть. Замечательно. Так. Подожди, камень. Какой камень? А вот это что? Песок. Блин, мне энергии не хватит, да? Почту, камень. Странный стеклянный сосуд. Так, ага, в эту сторону еще. Опа, диск, вот откуда диски, значит, брать. Понятно, я теперь понял. 5. Энергия. Ну что это бред? Ну что, без энергии ничего я не могу. Это же бредово. Так, поднимайся давай. Лети, лети, лепесток. Ну все, выходим. Как бы энергии больше нет, ребят. Что делать? Остается идти спать, ложиться. И завтра с утра сюда нужно прийти, пока энергии полные, наверное, потратить, да? Кстати, у нас там есть эти... Скажите мне, скажу я вам. Угли. Наверное, приготовились. Только создать, собрать. А я Ешку нажимаю. Так, или я собрал, подожди. Ну-ка, дайте. Тут еще он создается. Ну давайте ложиться спать, пускай он утром тогда до утра приготовится, я так понял, да? А утром я как раз и заберу. Проснуться. Проснись и пой. Это потом мы, короче, ремонтом займемся, пока энергию не будем тратить. Теперь мы знаем, что на каждое действие нужна энергия. Так. Собрать. Замечательно. В конце недели вам нам понадобится квалифицированный работник, чтобы осмотреть здание. Для этого мы даже не станем решать обычные поручения на выходные дни. Но не стесняйтесь задавать их, если будет готовы. Ты можешь совершать поручение на их доску получения задания гражданского корпуса, который находится на северном краю города. Перед завершением поручения следует прочесть какие-то правила дорожного знака, объявления. Ага. Так. Так, если ты девушка, то ничего страшного. Смекаешь, да, мне нужны три бедных лезвия для мебели, чтобы качество... Изготовление тлей понадобится точильный станок. Это все я знаю о ремесле. Так, пойдемте сначала мы с... Учение гильдии. В гильдию, да, надо идти? Так, а сколько? 8 часов, блин, 8 еще нету. Так, это еще песок, это почва, это стеклянный сосуд, часть 1. Надо его куда-то там отнести, в церковь, что ли? Что это было? А, для восстановления, смотрите.
ремонтную машину какую-то нужно. Блин, а как инвентарь интересный нам расширить? С 8. Hello. Спарринг. Доктор Шу, my idol. Так. Подожди, тебе сдавать, я правильно понял или нет? Это награда обменять. Так, руководство. Подожди, а кому сдавать все-таки? You must be the competition. Извините. Так, с заданием. Отношение плюс 11. Руссо. А, мы именно должны Руссо, походу, отнести, а не в гильдию, да? Где это Руссо у нас? Авраам Руссо. Так, Авраам Руссо. Где-то тут вот вопросик. А где он? Наверху где-то находится. Good day, builder. Oh, это не вообще. You know what this is? Of course, this is what the ancients used to store information on their technologies back in the age of corruption. It is highly dangerous. It can't be that. You're what? 18? 19? The age of darkness is probably just another fairy tale story to you, right? When I was young, my great-grandma shared her first-hand account of the time before Peach, the time when folks lived in ruins underground. She went imagine that, because that's what the end of the world looked like. That situation was created by the very- Anyhow, I'm not trying to scare you, but it's the reality of your builder business. Dangerous technologies are spread all over the world, waiting to be stumbled upon and rediscovered. So, it's a priority of the church to seek out and destroy all the data disks and other dangerous relics. So I can give this to you. Yes, yes, that's right. The church will reward you handsomely for your efforts. We have in our possessions a vast amount of green technology learned through the ages. Wait. What kind of green technology? Mostly special seeds. You'll see. We can share what we have with you as you bring us more discs. Oh dear. You should ask your neighbor Emily about how to farm. Okay, great. Here, I'll take the disc and give you some seeds to get you started. When you just... Замечательно. Так, слушай, походу нам мэрию надо, значит, задание сдавать. Нет, ты шо, ты какой? Так, как с тобой поговорить, чувак? Oh, right. You should get to know some of the people living in this town for your own benefit. I've made a... Так, это задание, да? Ты по мне задание дал. Так, подождите-ка. Фермер, новые знакомства. Странный предмет, новые знакомства. Так вот. Дом нуждается в следующей 8 уголь. Ага. Ну, пойди сюда, значит. Или сюда вообще, подожди, может сюда? Альберт, это вообще Welcome. Какой-то... If you're in need of a house or workshop upgrades, this is the place to be. Замечательно. Так, мне нужно, я так понял, переговорить. Ой, ты... I'm Gus. Я думал, ты женщина. I'd love to stop and chat. Tea. Все, извините. А я думал, это дом Руссо.
Hey! See you! Так, подожди. А вот там что за вопросик? Это что значит? Блин, чересчур много этих вопросов. Вопросы без специальных знаков, еще какие-то звездочек. Oh, a new builder. Always nice to see young folks moving. Ага. Все-таки мне нужно, да, познакомиться со всеми. Короче, давайте на этом с вами будем и остановиться, ребят. А завтра с этого же момента и продолжим, в принципе. Первое знакомство есть. Кому понравился? Мне потому что очень понравился. Вот он, Руссо, есть. Я как here? Раз тебя нашел. Все, замечательно, смотрите. Nice to have you. If you need tools or weapons, you can come to my shop. It's now, you look like a nice kid, so I'm gonna give you these for free. Замечательно. Так, не, подожди, а как поговорить с тобой? Взаимодействие. Welcome, smallish builder. I sell furniture here in my store. Скажи, you have давай, any need мужчина. For man- and since I'm so manly... Hi, you are probably the new builder everyone's talking about. 220 килограмм целлюлита. Так, welcome ты одежда, я так понял, да? Hope you have a wonderful жена time. Марса. My store sells clothing and costumes, so if you ever need to upgrade your armor, or... Ну, you look like a понял. Nice kid, so I'm going to give you something for free as a like... Замечательно, она мне еще и краски дала. За клиника душевнобольных. Hey, welcome to Portia. I'm pretty much the only doctor around here, so come see me when you need to heal up or buy. Ну, замечательно, что у тебя можно? А, ну у тебя хилки, я так понял, да, можно купить. Все понятно. Опа, очки. А, у меня уже не влазит, царить недостаточно местным инвентаре. Так, давай, наверное, это оденем мы. Вот так, и это заберем. Травы. Ну а теперь, короче, то давайте точно, то я так буду продолжать. Мне просто интересно, все дальше. Поэтому... Надо, кстати, создать в доме у нас сундучок или что-нибудь там. Шкафчик, куда можно это все сложить. Лишние вещи, да, я так понял? Давайте, короче, тут и остановимся. Всем пока.